Вчерашний вечер трудно назвать удачным для Брэдли Купера. Ведь он покинул церемонию, так и не получив ни одной награды, хотя был номинирован на «Золотой глобус» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший актер в драме», не считая того, что его творение «Боепик Маэстро» претендовал на звание лучшего фильма. Однако слишком расстроенным Брэдли не выглядел. Возможно, потому, что он предвкушал приятное продолжение вечера, который решил провести в обществе своей обожаемой мамы и своей подруги Джиджи Хадид. Об этом сообщило издание Page Six. Как стало известно, после завершения церемонии вручения призов Брэдли направился в роскошный ресторан Джорджо Убалди. Там он и отужинал в компании Джиджи и мамы Глории, причем вся компания засиделась в этом заведении допоздна. Заметим, что на саму церемонию Купер пришел не с Хадид, а со своей нежно любимой родительницей. Он, видимо, хотел, чтобы она разделила с ним триумф, на который он рассчитывал.